Работы на площадках поселка совхоза имени Ленина начались в конце июня. В течение недели рабочие демонтировали старую спортивную площадку и покрытие и готовились к инсталляции нового спортивного оборудования. Работы проводятся под контролем руководства территориального отдела Картинский и депутатов округа. И хотя представители подрядчика уверены, что все сделают в течение месяца, времени им выделили с запасом. В этом году разыгрался конкурс, и мы благоустраиваем спортивную площадку, детскую площадку, зону тихого отдыха. Бюджет разыгрался там 10 миллионов. Сроки выполнения, ребята обещают выполнить все это за 30 дней, но я думаю, что это конец августа. Так выглядит спортивная площадка в настоящее время. Уже поставлены высокое ограждение и часть необходимого оборудования. Рядом началась установка тренажеров. Неподалеку в сквере ведутся работы по укладке новых пешеходных дорожек. Идут работы и на втором капитальном объекте. Здесь уже красуются новые лавочки, столы для игр в шахматы под навесом и несколько тренажеров. Скоро начнется возведение канатной дороги для детей. Судя по всему, работы действительно закончатся в самое ближайшее время, и опасения местных жителей напрасны.